Главный дом усадьбы Абрамцева – единственный в России усадебный дом XIX века, сохранившийся до наших дней в почти первозданном виде. Деревянное одноэтажное здание выполнено в стиле русского классицизма. Мамонтовы значительно расширили сооружение, так как его первоначальная площадь была слишком мала для богатой семьи с 5 детьми. Они достроили нижний этаж с южной стороны, добавили мезонин с северной стороны и эркер. В настоящее время в стенах дома представлено две экспозиции. Первая посвящена семье Аксаковых и ее окружению, а вторая – Мамонтовскому художественному кружку. Кухня построена в 1870 году на месте старой Аксаковской кухни. Первоначально служила жилым помещением, пока не был отремонтирован и перестроен усадебный дом. Позднее использовалась по назначению и делилась на, собственно, кухню и жилую комнату для прислуги. Ледник являлся обязательной частью усадеб того времени. Представляет собой образец хозяйственной архитектуры XIX века. Ледник был построен в 1871 году Савой Мамонтовым. Использовался как кладовая для хранения продуктов. Сказочная скамья Врубеля была установлена в 1915 году, через 5 лет после смерти Врубеля, на насыпном участке парка усадьбы. Скамья сделана в Абрамцевской керамической мастерской и декорирована изразцами, созданными по эскизам Михаила Врубеля. Часть утраченных изразцов реставрирована по технологии абрамцевской керамики. Thank you.
Баня построена в 1877-1878 годах в русском стиле, спроектировал ее архитектор И. П. Рапет. Когда владельцами усадьбы были мамонтовы, баня функционировала по своему прямому назначению. Затем использовалась как жилые помещения для гостей. После того, как усадьба стала музеем, в ней хранились музейные фонды. В наши дни в бане можно видеть работы столярно-резчицкой мастерской Абрамцева. Одноэтажный деревянный дом был построен в 1882 году. Он строился для художника В. Д. Поленова и его супруги Н. В. Якунчиковой. Поначалу в этом строении размещалась мастерская В. Д. Поленова, а также проводились домашние спектакли. В более позднее время строение сдавалось, летом 1910 года в нем проживал писатель Л. М. Леонов. В 1915-1916 годах, в годы Первой мировой войны, в помещениях дачи был лазарет для слепых. После революции на территории усадьбы были санатории и дом отдыха. В помещениях дачи размещалась столовая. В наши дни на даче Поленова проводятся различные тематические выставки. Одноглавая церковь Спаса Нерукотворного – один из первых памятников русского модерна. Миниатюрный храм строился по проекту Васнецова и Поленова. Также художники написали для него по одной иконе. Отвечая на частый среди посетителей вопрос о том, кто похоронен в Абрамцеве, экскурсоводы указывают на церковь Спаса Нерукотворного. В ее стенах покоится сразу несколько членов семьи Мамонтовых. Сам Савва Иванович, его супруга Елизавета Григорьевна и дети Андрей и Вера. Избушка на курьих ножках построена на основе сруба из толстых бревен. Она снизу опирается на ПНИ, покрыта двускатной крышей из теса. С северной стороны к срубу пристроены крытые соломой сени на столбах, с южной стороны избушки расположен балкончик. Со стороны северного фронтона конек крыши украшен резной головой коня. Также на северном фронтоне можно видеть стилизованное изображение летящей совы.